Раньше маловероятно. О, начинается. Давно не было. Домой. Вот у них один справа, один слева. Это вроде на первом. Но все-таки на втором. Ребятишки, вы что тут делаете? Тут как бы... БФГ пришло. Так, как-то вот так дерево ходит, не пойму. Две фулки сидят. Отвали. Спокойно. Ты нормальный, нет, чел? Он мне попал два раза в голову. Тяжело контролировать отдачу, конечно. Стреляешь как будто с АКМ, а дамаг у тебя слабый.
уходит под дерево подо мной. О! Удачных рейдов тебе, братишка. У тебя отличный канал, продолжай в том же духе. Спасибо большое за поддержку, спасибо. У меня бот, поход. Не бот. Это ты на меня пикал? Не мой зад. Личный ник. Что ты сделал с Мосинкой, блин? Один штрих такой, небольшой. Где? Сюда, сюда. Так, так. Вот. Вот теперь. Вот теперь это то, что надо. Самое хорошее в такой мосинке, что если кто-то меня убьет, он ее не заберет с собой, потому что она занимает слишком много места. Теперь эта мосинка навсегда с нами. Ставить не, ну, нельзя. YouTube не дает. Вижу. Преследование началось. Внутри. Наконец-то ты заткнулась, бля. Давай драться, друг. Here, damn it! Блин, там темно, капец. Их двое, по-моему, кстати. You fucking cunt. Тут есть плохой потолок. Справа за углом. Хилься. Хилься. Задолбал. Хоу! Оружие победы просто. Кватро? Где ты, блядь, не вижу тебя.
двое. Убежал? А, один убежал, один остался. Подо мной. Еще один должен быть. А, он в тетрисах. Забейте. Он на крыше, блин, да? Челобот уже оделся. Челобот оделся, походу, вот в того типа, которого я убивал. За говно. Байчино. Где-то мышь. Первый уровень. Кстати, Джой. Ай, ДВЛ-очка. Не лагает. Не стрим лагает. Так, погоди. Так у всех или не у всех лагает, ребят? Если не у всех, то с этим ничего не поделать. Вот просто ничего. Представляете? Что лагает YouTube, и он лагает у всех по-разному. Там фулочка у нас.
смысле? Алло, дядя, ты шо? Здесь как бы мега оружие у нас. Что за тайминг нахер сейчас был? Блять, а ты кто? Чё? Кажется, я через какую-то текстуру его убил. Там, наверное, какой-то шкаф или какая-то херня. Где-то есть чел. Может быть, на крыше, конечно, сидит. Если он выжил? Ну вот, опять две видюхи. Голос жопой, блин. Беги! Что ты не Бля, беги, 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 беги. Похоже, это залипание, блин. Или он там? Надо послушать, короче. Вот, по дереву же ходит. Отчетливо.
Или он в пристрое в этом? Бля! Не в пристрое. Звук вообще беспонтовый был сейчас. Кто-то еще есть, мне кажется. Да, дерево. Еще вот там челик бежит один, видите? Вот там. Бля, делся куда-то. Где ты? Я же тебя видел, чел. У нас в упоре тут человек, надо его сначала убирать. Он там же, интересно, сидит. Сука. Или он где-то выше, так и не пойму, где он. Бля. Все, остался челик, который вдоль забора. Сука, так и думал, что сидит мышь. Куда к мне пробил, сука? С теплаком, наверное, крыса сидит. Вот тут он сидел, в этом, в этих кустах. Мышара. Ну-ка, быстро. Теплак? Не, не теплак. А нахер ты тут сидишь тогда? Челик там уже просто залутал. И как бы кайфует, челобот. И там тоже челобот. Да вы серьезно, блядь? Этот минус. То есть пока я тут рискую своей жизнью, да? Всех убиваю. Приходят челоботики. Отъехал, друг? Ехал. Это не твое. Лановец какой-то. Ирю. 4 ЧВК и 2 челобота. То есть, ну, 6 человек, по сути, убил. Кстати, того я взорвал гранатой. Типа...